За 10 лет 27 эпизодов удушения женщин. В лесу, на трассе, в чистом поле. Старший следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры. То есть вы хотите сказать, что 10 лет подряд какой-то псих убивает женщин, и его не поймали? Рад, что у нас признали, наконец, существование маньяков. А суицид ты тоже на этого психа хочешь повесить, да? Да раскрытые дела тоже. Расследование надо возобновлять. 2004 год. Задушены клепом скошенной травы. Какие девушки больше нравятся? Брюнетки, блондинки, рыженьки, там. Мне нравятся мертвые. Ипатьев, слушай. Я убил много баб. И скоро еще убью. Удушение — это же не только ощутить власть. Это удовольствие. Убийца видит, как из жертвы уходит жизнь. Это ты.